Так, значит, Альберт, Экшен, Барней, Господи Боже, Бонди, Бланк, Фокс, Зе Фрейзер, блядь, это было, да? Еще раз, какого хуя? Я лечу тебя, лечу, где ты? Че за ебоклюйство? Вы с ума сошли? Я при исполнении служебных обязанностей. Вы что-то позволяете, сука. Ну подожди, да, я встану еще раз. Смотри. В смысле? Ловлю нахуй. Я умер, лечи меня скорей. Я не могу. А могу сейчас. Лечи меня, лечи. Вкусным дождем ночью и днем. Нихуя меня отхуярило. Подожди, стой, да я подлечусь. А возьми акулю-бошку. Может, я с акулей головой не так... Подожди, точно. Я сейчас прибегу, стой. Стою. Друзья мои, меня зовут Брейн, это Алекс Позитивный, и мы играем в Forest, версия 0.28. Вот такое вот эпичное начало. Это мы так решили начать, но мы решили еще опробовать эту ловушку. Слушай, а где она? А ты не помнишь, где наши головы, кстати? Наши головы? На берегу были, да? Руки в стороны, поднимайте головы. А, подожди, вот этот... Вот, это не они или это коряги? Это ебаная коряга. Корейцы? А, коряги. Ебаные корейцы. Так, подожди, ну тут есть еще одна акула. Давай рубану акулу еще одну, да? Давай еще посмотрим. Давай, я буду ждать тебя уже. Наверное, мы их где-то побросали. Блин, это же охереннейшая тема, слушай. Охуенно, слушай, во. Давай. Так, смотри, беру голову. Нормально, ты взял? Вижу. Прыгай сюда. Дорогой товарищ, у меня для вас деликатес, нахуй. Лечи скорее, меня убило, нахуй! Не могу! Блять, меня тоже убило! Какого? Убило? Нет, живой! А, живи! Сука! Живи! Вылечи меня, пожалуйста, а то у меня Е уже написано! Мне написано пресс Е! Ура! Всё. Я живу! Что, живу? Нет, я умер! Как? Я же хилю тебя! Я же хилю, Алекс! Нет, блин. Я умер! Нет, а, живи! Хиль еще раз! Убегай, уходи, там это херобойкина. Все, убежал. Я как сразу вылечился. Ой, давай, больше не будем так. А ты голову взял? Да, я выброшу ее нахер. Подожди, выкинь ее. Я тебе... Радуга, Алекс. Радуга, это очень, да. Как раз тема, блядь. Блин, охеренная тема, слушай. Охуенная ловушка, охуенная, блядь. Да-да-да. Еще мы сюда бы аборигенов, конечно, замутили. Так заманим, давай тут лагерек разобьем. Ставь костер, палатку, хуянку. Давай, тут все, прямо, чтобы они прямо сюда сбежались ночью. Давай я посмотрю, что еще. У нас серия посвящена ловушкам, значит, проверяем, что есть. О, вот это охуенчик. Вот это ништяк, смотри. Давай. О, охуеть. Ну-ка. Вот это тема. Так, 5 бревен. Сейчас быстро. Папкой все сделаю. Смотри, случайно на веревку на эту не напарись. Это не такая хуйня, что... Так, напарись. Я рублю. Чтобы было недалеко. Слушайте, вот это да. Вот тут они с ловушками молодцы. Да, вот тут да. Я сказать ничего не могу. Шикарно сделано, вообще супер. Мне нравится. Мне тоже доставляет, да, кстати. Это жалко, что ночь уже, понимаешь? Нет, почему ночью жалко? Это? Смотри, сейчас придут аборигены. А мы ночью не можем не увидеть просто весь угарчик. Так, а мы сейчас костер, блядь, разведем охуенный. Можно и мы так. Сейчас даже не один, блядь, разведем. Мы сейчас, блядь, по периметру поставим. Так, смотри. Готово! Охуенно, но... Вот, тут нельзя напарываться. Ты напоришься, и все, блядь. Может, туда акулу положить? Типа они за... увидят акуле мясо, подумают, сейчас бошку возьмем, можно так спариваться. Надо делать аккуратно. Вот смотри, я взял акулу. Так, куда я класс? А где-нибудь рядом, брось. А почему у меня ее нет? Тупые аборигены увидят все равно. Я не знаю, я взял вообще ее, нет? Так, костер. Теперь главное сделать костер эпичный. Давай посмотрим. Все, увидит, отреагирует. Так, давай делать охуенный костер, прям вот, чтобы было видно прям за километр. С 5 бревнами, да? Ты хочешь такой большой прям? Давай. Пока, я понимаю, ночью она тут опускается очень быстро, как вы видите, да? Вот, так, 5 бревен опять, да? Хорошо. Только бревна, да, только бревна. Так, ну давай, я пойду рубить здесь. Это что, бревно? Валяется. Слушай, поесть бы, что ли? Я тебе говорю, думаю, у тебя шоколад есть? А, закончился. У меня вот одна шоколадка есть, я ее схавал. И немного подлечусь. Я немножко цикория набрал. Цикория. Блять, какое классное начало было. Ты главное, мы же не знали, как она работает. Нет, я просто ходил там с этим списком. Ну, мы так, в принципе, и хотели, но я даже не был на 100%, знаешь, уверенным, что на меня это именно, да, вот. Просто она работает. Раньше ловушки не работали. Да, кстати говоря. Нет, у меня были еще мысли, знаешь, какие, что, ну, может быть, абориген, ну, они же обычно тут как бы, да, вот, по деревьям-то любят лазить. Может быть, абориген должен был залезть на дерево, и там его, что-то с ним произойдет. Но не тут-то было. Блять, у меня нахрен на чайку упало дерево. Ну, все нормально, все хорошо. Так, я взял бревно. Где остальные? Смотри. Ты сделал? О, как тебе?
Ты построил? Да. Уже? А, нихуя, а я пока только сбираю. Ну ладно, оставлю здесь его на всякий случай. А можно ли готовить в этом костре? Я вот не знаю. Слушай, классно все видно, кстати. Готовить я не знаю. Вообще у меня есть мясо. Ну-ка, давай попробуем. А, фиг, нет, не настало. А давай маленькое. О, чайка сдохла, смотри. Есть, чайка есть. Померла, блядь, нихуя. Нет. Это не готовка, это чтобы раздуть костер. Угу. Давай так, маленький давай поставим. Поставим. Давай маленький поставим. Давай, да, рядышком. Угу. Так, что, ты как бы поставишь или ты мне? Ты поставь, давай, я давай, сделаю. Давай. Угу. Так, давай, доставай. Слава богу, здесь все видно, маленький костерочек. О, охуенчик. Опачки, смотри, как так, хорошо. Так, все у меня уже в руках. Прям кладу, все, я положу. Ждем ебеночи, когда они придут сюда. Ждем, у нас две ловушки для них уже готовы. А пока давай поизучаем, что у нас еще доступно с самого начала этого крафт-списка. Так, костры мы с тобой видели, домики видели, а это костры тоже... Дом... Слушай, давай грядочку построим, маленький, садик, ёпта. Садик хочешь разбить? Охуенно же будет. Смотри, вот тут сад у нас будет. Два бревна. Давай, предположим. Ну, давай попробуем, давай. Да, ты уж поставил, да? Пеньки можно взрывать, помнишь, да? Да. Значит, два бревна, одно бревно где-то я тут кинул. Или ты его использовал? Попробуй, не знаю. А вот оно. Так. Все, одно есть. Блять, а где второй-то? Сейчас ради второго надо будет дерево рубить. А я рублю вот уже. Давай. Так, тебе помочь. Давай. Ой, слышу. Пиздюки бегут. Аборигены! Давай. Бежит, поц, бежит. Так, надо здесь. А что крутится-то рядом? Блядь, ебануло! Я вот ебануло! Олег, отойди! Я заряжу ее. Во, смотри, она сейчас придет сюда. Смотри, попалась, сука! Нормально! Тварь ебаная, иди сюда, где-то, блядь! Ах ты, мандолина ебанутая. Ну давай, иди сюда. Горит кто-то, смотри. Ага. Хуя? От этого большого костра... А давай, заманивай его сюда, я сейчас активирую ловушку эту. Вот пиздец будет какой. Давай. Сейчас я... Охуенные... Он возле костра горит, ты смехуй тупой, а? Вот, сзади! Тихо, выгл, бля! Бежит, давай, хуяривай! Вхуяривай, давай! Хуяривай, сука, нет, он сзади! Аккуратно! Твою мать! Давай еще, я заряжу! Тупая тварь, Олег, он сзади! Я зарядил, активируй! Обегай в другую сторону! Смотри, попал! Убил! Смотри, сука, дебил, какой! Убила, тупую убила! Убила бобену! Давай, дай, еще раз! Еще вот этого, у которого, блядь! А че бабка нет? Сука, охуеть же можно! Че у меня девка бегает? Не знаю, нормально. Девка, иди сюда. Иди, тварь, сюда тебя! Блядь! Не, живой, просто сбила. Стой, не надо, я поэтому так близко и не подхожу. Так, я заряжаю, смотри, оп, пошла. Бежит, я прыгаю, смотри, хоп. Маню ее сюда. А, ты сам решила активировать, но... Да, я активирую вот так. Давай, может быть, сделаем так, чтобы они лучше напарились на них, потому что это очень рискованная опасность. Давай попробуем, давай. Давай. Заряжу. Сзади, я пока и... Все, ждем. Нет, Олег, сзади. Вижу. Вигл, этот мудень, блядь, с руками такой живучий. Блять, какой сука, блядь. Оп, я перезарядил ловушку, это они перезаряемы. Да. Так, где сука, блядь. Я здесь нормально пытаюсь драться. Я его дразню и немножко замаиваю. Давай, я сейчас... Вот сюда, давай, пусть он попадется в эту, чтобы его подвесило нахер. Давай. Иди, придурок, сюда, иди. Иди сюда. Давай. Во, отлично, ждем. Сейчас он пойдет. Меня подфризивает иногда. Давай, задавай. Давай, фоц. Придурок ебаный. Нормально. Давай, мразота. Иди, хуесос, сюда, иди, придурок. Да, ты хорошо, блядь. Давай подожжем его, да костер под ним поставим. Раз, блядь, ебаный. Давай костер поставим. Давай костер маленький поставь. Маленький костерчик. Поставлю, стой. Сейчас поставлю. Блядь, нет, не лодку, стой. Какая лодка? Костер. Как? Подожди, нет, не лодку. Костер попробуй. Костерчик маленький, да. Вот, все. Подними прям. Смотри, вот так он. Я не вижу, к сожалению. А, не видишь? Черик пиздык, блядь. Алекс, по-моему, он в воздухе немножко левитирует. Две веточки нужно. Олег, еще одну ветку. Все, давай. Я поджигаю. Сука, обшмалили, блядь. Нормально. Охуенная езда. А почему он, блядь, не горит, кстати? Костер. А я не знаю, раньше сгорали вроде. Или нечетко. Давай я его пну сейчас. Смотри, какой классный у нас абориген с тобой, да? Гори, тварь. Давай я тебя пну еще, блядь. Туда. Так, мы огородик не застроили. Пошли, я добью дерево, я не успел просто. Он мертв, поэтому он и не горит уже. А ты сними его, ты можешь снять его. Мы заново ловушку активируем.
Да, давай. Блять, это было охуенно. Это божественно было. Снимайся, снимайся. Все, я его снял. Давай я его, блядь, в костер кину. Стой. Блядь, мое мясо сгорело, наверное, твою мать. Точно, мое тоже. Смотри, Олег, я кинул его в костер, блядь. Большой, блядь. Только жопа, блядь, нахуй одна видна. Так, грядка. Охуенная тема. Не, я покушал, вроде нормально. Я посадил семена. Давай, отлично, я тоже посадил семена. У нас грядочка. Давай скамейку еще запиздечим. Ебаная рань. Давай. Ебаная герань. Так, что у нас есть? Блядь, давай конопли вырастим. Подожди, подожди. Рок-холдер, лок, это не то. Это тоже не то. Не то. Тут столько всего, я хуею просто. Я вообще в диком ахуе. Слушай, согласен, много ништяков, да. Играть стало в нее, да, вот когда они все вот это, да, ну иногда что-то добавляют новое, что-то исправляют, так стало, ну, забавно вот именно, что играть, понимаешь? Ты даже не сколько выживаешь, сколько угораешь. Но это мы так с тобой, конечно, делаем. Ну, естественно, да. В основном люди-то там, в принципе, выживают. Слушай, мы ночь... Чего такого еще поставить? Ночь переждали так клево. Клево, согласен, да. Интересно, нам надо долго ждать, пока что-нибудь зарастет? Слушай, а может эту штуку еще раз с листочками забацать? Горящий такой полымя, помнишь? А, давай. Подожди, ты поел? Да. Давай я поем. Стой. Поешь? Так, что мы хотели сделать? А, скамейка. Так, скамейка. А где скамейка, кстати? Что-то я не видел ее. По-моему, там она где-то в списке была. Сейчас я подожду, пока мне тут еда приготовят, а то у меня то мясо сгорело. Черт. Платформа. Ну что, готово, нет? Странно. А, вот скамейчик. Кровать можно скрафтить. Так, скамейка где будет стоять? Напротив чего? Давай напротив большого вот этого коса. А, или может быть, чтобы мы смотрели... А, не, давай правда, давай правильно. Да. Во, идеально, смотри, вот здесь вот. Хоп. Так, я похавал. Два бревнышка, сейчас пойду. Давай, отлично. Кушай, пока есть время. И пожарь еще, если есть. Я похавал, я попью. Напитки вроде бы пока тоже имеются. Мяско у меня есть. Могу еще пожарить, хочешь? Если надо, конечно. Или давай... Блядь! Сука! А как мне сесть? Что мне не работает? Почему? Что, один только может сесть? Нет, вот у меня тут вроде рядом. Ну что, Никитична, продолжаем нашу фазенду, да? Так, ну что, добро пожаловать на передачу «Наш сад». Алекс, а ты снял того абориген? Давай его разделаем, пожарим. Я снял, я его кинул в костер. А, отлично. Подожди, нет, я не кинул, ну вот смотри, только ноги. А пошли. Давай палаточку сохранения мы ж не сделали с тобой. Все сделали, а палатки сохранения у нас нет. Вот он, смотри, у меня абориген в руках. Давай, давай, ты сделаешь? Да, шалаш. Давай, давай, у меня абориген в руках. Так. Давай, у тебя есть какие-то ингредиенты? Есть, тут придется еще найти... Бросай его на грядку прям. Бросай его на грядку. Удобно, я посмотрел, он, блядь... Хера, блядь, как хоррор ебаный, понимаешь, получается? Алекс, давай достроим, чтобы ты сохранился. Давай. Так, веточки. Ищем веточки для... Блядь, абориген! Так, стопэ. Заманим за куда заманиваем? Да плевать, в принципе, куда. Главное, чтобы был. Иди, давай сюда, на ловушку. Иди, блядь, на веревочку на наш. Иди, родной, сюда. Иди вот так сюда, придурок. Ну вот давай. Блядь. Ну что за мудень-то? Иди сюда. Во, давай, иди. Есть, попался? Не-не-не-не, но он уже на правильном... Находится на правильном пути. Иди. Куда ж ты отходишь? Придурочный, блядь. Че, совсем что ли, блядь, дурной? Беги сюда, ты к нам. Блядь, он... Давай, тихо. Обходим его. Ну иди. Жалко, его мясо нельзя. Может, мясо реально взять? Смотри, я возьму так мясо. На, иди сюда, на мяско. Хочешь мясо? Блядь. Че, а че он такой лаганутый? Че это было? Все хорошо? Что, блядь, происходит все время? Тут абориген... Чё-то какие-то беды вообще-то. Блядь, они закидывают нас, Алекс. Закидывают, я что говорю, ты встал на паузу, они забрасывают. Один попался в ловушку, второго хуйнуло. Хуйнуло, нет? По-моему, нет. Так, я включаю. Давай, у меня включено уже. Ребят, тут месиво. Попал, сука. Тут просто месиво, тут на нас напали аборигены, пока у нас тут произошли небольшие глюки, тут на нас напали аборигены, я быстренько с паузы снял, скорее включил, и чтобы вы все это, весь этот эпик увидели. Но мы не зря поставили ловушки-то, блядь, не зря. Блядь! Нормально. Я горю, бегу. Оживляй, где он, сука, я горю, да? Бегу в воду скорей. Отлично, все. Нет, я именно вот что хочу, чтобы они конкретно напарились на ловушки. Вот конкретно, мы же не просто так... Согласен, это будет правильно, давай вот так. Вот что он сделал, смотри. Ничего пока. Беги сюда, тварь! Беги! Блядь, отходим. Блядь! Ты задел, что ли, да? Я задел, да. А, окей, давай я заряжу. Я уже практически, знаешь... Блядь, что такое? Что не заряжать? О!
Мразота, ты сзади, что ли? Гнида! Слушай, вот, мне поесть бы надо. Олег, Олег, вот он. Давай, заманивай. Заманивай его сюда. Упал. Я пытаюсь. Блять, бросай, смотри. Ты представляешь? Смотри, что творит, а? Смотри, он поджигает. Че, херел мудень, блядь? Олег, веди его сюда. Ну его нахуй. Бля, бьет больно. Бегу к тебе на помощь. А тут двое. Тут один черный. Абориген. Совсем правда, совсем черный. Блять, нет, нихуя, пошел нахуй, нахуй пошел. Мари реально бросает, оно горит. Бросается, то есть теперь, говорю, получается, горят постройки. То есть они могут забрасывать твои постройки и будут гореть. То есть если мы тут выстроим дом... Мне кажется, костер тут лишний. Тут костер... Блять. Тихо. Я разбил костер, чтобы они могли пробегать. То есть они могут... Смотри. Давай. Может, он из-за этого и не бежал сюда, потому что побоялся обгореть. На, ну, сука, и не попало. Надо нам активировать, наверное, да? Нам, но надо так это сделать. Смотри, оббегает тварь. Да. Так, оббежим, мы тоже оббежим, хули. Оббегаем. Давай, мудак. Тут уже нет костра, иди сюда, иди. Смотри. Сейчас побежи, да? Я подойду чуть поближе. Скотина, блядь, ну ты что, ёбу дал, что ли? Иди сюда, мудень. Мы чуть-чуть 2 часа тут, что ли, ждать будем. Хотя Олег, он один остался, мы можем уебнуть, в принципе. Итак, чему мы с ним учимся? Да делай, пожалуйста, сохранялочку нашу. Да. Я, в общем-то, это-то и шел делать, когда увидел вот эту вакханейшн, и когда ты встал на паузу, и когда я понял, что все очень плохо, и надо что-то делать скорее. То есть у тебя веточек нету, да, больше? Нет. Они как раз напали в ту секунду, когда я шел за ветками. У меня еды нет вообще. Так, еды нету. Давай я положу в костер еду, и ты ее съешь. Давай. Иди. Ты ее съешь. Я положу. Прекрасно. Я положу еду в костер. Ор, блядь, я напоролся на свою ловушку. Воу, ты живой? Отходим. Отходи. Так, иди, Олег, сюда, я тебе... Давай, только следи, чтобы она не сгорела, а я пошел рубить. Так, пошел рубить. Так, нам нужны ветки. Давай, рубись нахуй. Надо еще немножко веток, да. 11 штук еще надо, да. Да, я понял. Ой, тихо, там наша ловушка. Сейчас рубанем, стоп-пэшенька. Так, это можно сделать? Так, ждем мясо. Так. Мелочь сейчас вот эту, блядь, порубай, а она рубится с одного удара. Ты можешь попробовать также аборигена. Я тоже попробую разделать. Так, 4. О, я поел, отлично. Кстати, там тебе тоже кусочек мяса есть, да. Ага, все. Давай тогда лучше вот эти ветки. А технику толку нету все равно. Так, бери. Это сколько у меня? 9 из 11. Мне еще 2. А вот как раз. А, нет, вот как раз еще 2. Бери. А, так, мне некуда, сука. Оторвал, он у меня же просто не берет ветки, ты представляешь? Ну ничего страшного, ты пойди в болотайце. Еще одну штучку. Подожди. Блять, мне еще одну ветку надо найти. Бля, у меня нету, к сожалению. Нету, да? Ладно, сейчас пойду, их там было много разбросано. Вот это не ветка, нет? Так, вот. Так, костер разжигаем. Поешь, кстати, не забудь покушать. Все, да. У меня осталось одно мясо. Одно мясо осталось. Все, давай, Олег, я построил все. Чудненько, сохраняйся. Все, я сохраняюсь. Офигеть. Мы все время сохраняемся на слоте номер 1. У нас тут есть сохранялки, но они старые. А поскольку вышла новая обновлялка, вы понимаете, Алекс, мы... Смотри, на огород. На огород смотри. Смотри, растет, смотри. Ебой. Смотри. Че такое? Я прозреваю. Ты видишь? Я прозреваю. Восхождение новой жизни, Алекс. Мы с тобой новые биологи. Мы как биологи с тобой. Герань с тобой посадили, ебать. Нет. Цикорий будет, собственно, для я чая. Я знаю, кто ее удобрил. Абориген. Мы же сюда кинули аборигена. Да, слушай, а может голову акулы притарабанить сюда, не? Блять, он эту землю охуенно удобрил, конечно, клево это. Блять, как классно, слушай, реально. Так, изучаю дальше, что у нас тут еще есть такого интересного? Может домик построить? Блять, 82 бревна, это многовато. Они его спалят. Да, они его спалят. О, для ног, вот это вот, да? Драйн рэк, это у нас что? Для пресервов, отлично. Сейчас построим, посмотрим. Так, ты там как? Тихо. Да, что-то у нас скайп сегодня барахлит изрядно. Ну, ничего страшного. Алекс! Так, ты что-то пытался построить? Ты что-то хотел построить? Я пытался построить, я даже... Сколько я вложил сюда палок? Я даже не знаю. Что-то с интернетом беда какая-то. У меня написано 10 из 18. Хорошо, сейчас доделаем это дело. Пеньки можно взорвать, я уже рассказывал, да? Давай взорвем. Раз мы смотрим, давай, у тебя есть одна бомба еще? Давай. Хотя я бы, наверное, лучше на растяжку потратил. Это смешнее будет. Вообще у меня есть бомба, а она причем даже скрафтенная. О, так давай растяжечку поставим сейчас. Давай.
какой-то хуйня. То есть ты хочешь, если еще сюда аборигены придут, ты хочешь, чтобы они от них уже вообще ничего не осталось? Конечно. Абсолютно. Только просто не ставь возле ловушек, потому что ты помнишь, что ты ебанет так, что все развалится. Да. Поэтому мы поставим где-нибудь поодаль. Поодаль. Я не знаю, зачем я дерево зарубил. Ну просто, мало ли, бревна пригодятся же. Давай их снесем. Нет, мы же там что-то строили. А для того, что мы строили вот это или это что вот это такое? А, нам это не надо, нам же ветки нужны. Нам дерево не нужно, да. Давай тогда я тут сложу пока эти бревна. Да, кидай их здесь. О, смотри, я прям складываю здесь. Это же в любом случае пригодится. В любом случае это нам все будет надо. Так, никуда они уже отсюда не денутся. Все нормально. Так, пойду искать ветки, нам надо... Четыре штуки, да. Угу. Вот вижу, отлично. Бля, срубили лес, охренеть. Охренеть. Мы пол леса, блядь, тут, по ходу дела, уже вырубили. Куда не приходим, везде гадим. Да что ж такое? Что за манера, блядь? Все, я собрал, бегу. Бегу. Так. Все, достроил. Все, теперь можно поставить сюда ножки, ручки. Можно коптить аборигена. Кстати, а тот абориген, который ушел в грядку... Так, готово. У меня есть немножко. Так, ништячков. Рука. Блять, он голову туда посадил, представляешь? А что это у меня такое, интересно? Сейчас, подожди. Ну-ка. Во. Акулы, блядь. Давай, акулу, давай попробуем. Есть у тебя? Нет, где-то валялась, ты тут выбрасывал. Они куда-то пропадают, блядь, сука. Я вот с той-то головой бегал. Мы-то с двумя головами бегали, потом я тебя спросил, а ты не помнишь, где они? Ты говоришь, вот, давай разрубим эту. Мне не рубится просто. У меня нету акулы вообще. Нет акулы вообще. Блять. А ты видишь акулу, да? Да. А но она не рубится вообще никак. А почему у меня рубится, а у тебя не рубится? Я не знаю. И это все равно, что спросить, почему ты видишь акулу, а я нет, да? По херушке мамил. Ну, такой же вопрос. Я не знаю, да, опять-таки. Вот с акулами, ну это прикольно, во-первых, что они придумали, что можно башку отрубить. Это круто, это классно. Так, а где у тебя акула вообще? В принципе. Не, у меня вообще уже нет акул. Вообще нет акул? Вообще ни одной. А, знаешь, где акулы? На том берегу были, побежали. То есть нам... Две акулы или три лежали у нас на том берегу. Пробежать? На том бережочке, на том берегу. Ты решил поверху пройти? Я решил поверху, да. Ну давай. Может, там что найдешь, я понял. Я помню, что мы тут лутали. Ну, по крайней мере, я лутал. Лутал, точно. Луталово, блядь. Луталово, да. Деревня Луталово, блядь. Облутай ее всю. Луталово. О, Бузя! Охуеть. Не зря хоть сюда шел. О, еще Бузя. Нормально. Нет, с Бузями нормально. Должны Бузи... быть акулы. Вон, валяются, пожалуйста. Где ты, у водопада? Я у водопада. Так, ты наверх полез, да? Ну давай. Да, я внизу. Ну, я думаю, что ты понял, о чем я говорю. Да. Сейчас я к тебе. Якорь у нас затопленный, кстати. Затопленный целиком? Угу. Это то, что вопросы с приливом и отливом, да, как раз? Да. Имеют они все... Так, лутаем это дело. Так, пожрать пока не хочу, попить тоже. Здоровье поправить можно было, но у меня, в принципе, наполовине, так что не особо-то и, в общем-то, и надо. Так, по ходу дела внизу... Алекс, ты просто... Все, я просто внизу лутал. Я тут просто Бузи нахожу, понимаешь? А Бузи — это всегда нужная штука. Бузи, да, все, это я... тема надо. Лезу к тебе наверх, лезу. Все. Давай, он у меня еще устает, собака такая. Что-то устает, как-то уставать стал не по-детски. Хотя странно, это вообще особо еды ему не надо, воды тоже. Со здоровьем вроде бы тоже все относительно неплохо. Но все равно почему-то начинают уставать. Так, это что за хуйня? Нет, ты у нас, к сожалению, не рубишься. А, хуй-то было. Так, все, смотри. Как, блин, включить плеер? А, ты хочешь послушать музыку? Хотелось бы, да. А. О! Батарейки вставил? Мне играет, да, музыка. Реген, ебаный стыд. Что ты там сделаешь? Иду, бегу к тебе. И по дороге встретил аборигена, увидел. Он агрессивно начинает на меня. Я ставлю чирик, ему... Чирик, пиздык, придурок, блядь! Вот, что ли, ты будешь? Одинокий абориген, одинокий волк, сука, на, дебил. Что-то он смеется или ты угораешь? Все, что-то выпало, блядь. На зубы, наверное, ёпты. Зуб выпал, я зуб его возьму, пригодится, отлично. Фея аборигена, да? Расчлененку ему устроим? Конечно. Ну, потом. Потом я сделаю сейчас. Иди акулу рубани. Внизу там. А я его расчленю пока. Так, ну чего, надо его разделать. Надо. Сейчас я еще ручку возьму у него. Ручку. Позвольте вашу руку. О, отлично. О, отлично, еще ножка одна осталась. Ручка, ножку. Гурманы, блядь. Берем. Так, пошли этого самого разделаем. Слушай, а может и крокодилу можно оттяпать голову? Просто чисто из интереса. Блядь. Побежи. Что это было? Я... Что это за звуки? Это звук? Да, что это такое было?
Кого-то, блядь, корова замычала. Это... Он, смотри, 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 на кошечке сидит. Что? Вон он молится. Блять, у него что, факел в руках, что ли? Тихо, давай подойдем, посмотрим, кто это. Он ёбу дал, у него факел. Просто на корточках, Алекс. Давай, давай, давай. Ты думаешь, а у нас все равно не увидит. Даже если не на корточках. Хуй сня, блядь. Воу, воу, извини, извини. Извини, блядь, тихо, тушись, тушись, падла. Блядь, нет, Олег. Что? У тебя лекарство есть? Я не знаю, проверю сейчас. Лежу на берегу, лежу на берегу. Лежу на берегу. Зря я его согрел. Потомолился бы себе и молился. Ну что, я к тебе полез-то? Что это было вообще? Он что там мычал, кряхтел, мне так любопытно. Я думал, это корова была. Я думал, что в Форесте коровы уже вели. Подожди, подожди, Алекс, акулу, пожалуйста. А, это сейвовская болотка. Да, пожалуйста, акулы, две. Давай я сохраню на второй ячейке. На второй, что было. Все, я сохранился. Так, ты где? Я здесь, возле акул. Ты... А, ты вон туда уже пошел, сейчас убегу к тебе, тебя вижу. Так, вижу акулу, вижу, вижу да, одну руби. Акулу. Угу. Все, давай, сейчас я рубану одну акулу. Рубака, давай. Рубака. Все, давай, и вот, и еще один удар, и все. Блядь. Я взял, все. Отлично. А, ты взял голову? Там вторая в камнях лежит. Так охуенно смотришься с головой. Нет, второй нету, там вторая целая акула, ты, Мишу, не было. Акула целая, еще третья там в камнях дальше. Да, вижу, 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 вижу. Да, я уже рубанул. Значит, у нас какой эксперимент? Пожарить голову акулы? Да, или... да, да. Закоптить или пожарить? Пошли, давай, попробуем. Давай, пош... давай попробуем их. Ты слышал, как он мычал? Я еще реально я не понял, что было дело. Я охуел, я говорю тебе, блядь. Корова. Я думал, что они вели уже животных в игру. Ну, знаешь, таких, да, вот, крупный рогатый скот. Блядь, устал. Блядь, там баба. А, подожди, стой, я подлечусь. Стой, 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 лекарство. Мне надо. Все, я подлечился. А, еще мне, я хочу есть. А у меня шоколадка есть? Есть. Одна штука осталась. Съел. Все нормально. Я цикория навернул нормально. Цикорий там дура стоит. Типа посылочка, смотри вот. Посылка тебе, шлюха. Она нас не видит, Алекс. Шлюх-пакет. Она не видит. Я прошел сквозь шлюху, Алекс. Я вообще ее не вижу. А я думал, про кого ты говоришь? А что, у нее ухо, у нее ухо горит, у шлюхи ухо горящее. Да вообще не горит. Ты видишь, я прошел сквозь шлюху? Это знает ее кто-то, это значит, ее кто-то ругает. Погоди, погоди, стой. Вот, а я что, прохожу сквозь шлюху? Ты проходишь сквозь шлюху, да. Я вообще шлюху не вижу, я тебя обрадую. Шлюха проходит сквозь меня, и боли больше нет. Как это сексуально. Заебался я играть, в Форесте всегда страдать. Прошел сквозь шлюху. Лучше бы сына нашел. Лучше бы ты сына нашел, блять. Сквозь шлюху я прошел и сына не нашел. Я сына не нашел. Вот такие ебаные метаморфозы происходят в этой игре. Иногда, правда. Нет, правда, мы сегодня ее, я думаю, что Олег с тобой ругать не будем, все нормально. Слушай, так может, над шлюхой можно поугарать быть потом? Только не пропадай. Я не пропадаю, я здесь. Не пропадай, Алекс, я тебя прошу, пожалуйста. Пожалуйста, не пропадай. Не нужно этого. Это явно лишнее. Ты так забавно это делаешь. Не пропадай, пожалуйста, все, не пропадай. Все, я тут, 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 живу, живу. Я живу. Я живу, живу. Не коптиться ни хера. Нет, или коптиться. Хуйня, проблемы какие-то. Нет, не коптиться. Коптиться. Нету сил. Накоптиться. А давай ее кинем в костер, ну-ка. А хуй. У тебя добрасывается такая. Удобрили, называется, да? Давай, нет, давай, на всякий давай, случай. Давай грядку удобрим. Ну, вот так. Бля, я тоже да. хочу. Это прикольная идея. Кинь, кинь, кинь грядку. Я же тебе говорю, клево. Блять. Главное, ты падай. О, может, куш! Что сделал? И что-то получил. Какой куш? Ты о чем, блядь? Ты о чем вообще? Какой куш? Блять, это самое, акули головы пропадают. Хрена. Алекс, ты тут? Алекс, отвечай. Отвечай, не молчи, пожалуйста, говори. Я тебя прошу. Говори, ты тут, говори. Алекс, ты здесь? Только я про магнитные бури сказал. Это магнитные бури, связь херовая. Давай ретранслятор поставим, тут можно. Давай, пока не это самое, не глюкнули. Я сейчас найду. У тебя как раз такой голос. Давай, поставь, поставь. Вышку сделай сотовую, потому что это просто пиздец. Сейчас был такой голос, как будто мы с тобой говорим по рации. И ты находишься где-то в Зимбабве. И ты где-то в Зимбабве. Сейчас я сделаю, сейчас. Так, Алекс, я ставлю ретранслятор, подожди. Живи. Вот, вот, смотри. Судя по твоему внешнему виду, мы просто находимся... смотри, это ретранслятор, похоже? Блядь, ее повернуть, что ли, может? А что такое? Ну, это типа улучшение связи в скайпе. И, в принципе, сервера скайпа так и выглядят.
видите, да? То есть они на всем экономят, блядь. Поставили охуенную сотовую вышку, блядь, чтобы был звук в HD-качестве, блядь. Ну что вы хотите, ёпта? Вот такая вот, можете полюбопытствовать. Сука, сервера скайпа, три камня, две палки. А мы, видимо, двое рабочих с Microsoft, блядь, которые, сука, эти сервера обслуживают, блядь. Давай скамейку напротив поставим, будем типа сервисный центр. Callback, сука. Алло, у вас какие-то, блядь, проблемы, нахуй? Алекс, покрути палку, может, проблемно ловит скайп. Погоди, у вас какие-то проблемы, сейчас палку поправим, блядь. Она крутится, смотри. Давай, покрути ее. О, цвет меняет, смотри, какой волну цвет, какой хочешь цвет сегодня, блядь, бирюзовый, белый или синий? Оранжевый, под цвет говна сделай, как раз такая связь, блядь. Под цвет говна? Ну а чё, ну как, или оранжевый, или под цвет очень плохого говна. Смотри, у нас тут еще, это сервисный центр скайпа, смотри, у нас тут головы клиентов. Стыд, блядь! Где, какими руками вы делали, блядь, скайп? Как вы его отладку делали? Вот руки, блядь, головы, видишь, мозги и руки. То, что нужно для работы хорошей программы, блядь. Сервера, блядь, скайпа. Алис, как мы проверяем новые обновления? Иди сюда, я тебе покажу. Смотри. Блядь. Проверка новых обновлений. Сука, маятник ебачий. Нет, я тут, то это будет полный пиздец. Я повисну, да, блядь, сразу, и меня убьет. В смысле ты повиснешь? Тут, вот тут, вот тут, вот в этой. А, я не знаю, давай проверим. Ничего, не Паш. Где не работает? А, вот. Давай. Что это было? Я услышал только... Я тоже слышал, да. Так, ну, работай, о. Я поставил. Так, все, ладно, ребята, давайте пока сервера скайпа не вылетели окончательно, пока мы два работника не попортили тут вообще всю малину. Угу. Олег, тебе, да, вот как раз на этой эпичной ноте. Давай присядем на это самое, да. Вот так, ребята, работает Microsoft. Бля, вот так где? Работает Steam. Да, вот так, собственно говоря, как садиться-то, вот, сел. Вот. А ничего, что я с включенной зажигалкой сел? Это онлайн-круглосуточная поддержка, блядь. У нас охуенная работа, согласись, еще не пыльная нихуя. Иногда нечего, блядь. Сиди возле ретранслятора и ждем, пока сигнал будет, ну, там, налажен. Жалуемся, хули, нахуй. Денег нам не платят, блядь. Что найдем, все наше, хули. Нормально. Фото скайпа, блядь. Спасибо тебе, Microsoft, большое за все. В ожидании Half-Life, блядь, третий еще скажи, да? Нормально. Живи вечно, так. Ладно, все, ребята, вот на этой эпичной угарной ноте мы, естественно, заканчиваем сегодняшний форест, пока еще кто-нибудь из нас не выпал из игры и не отключился. Все, друзья мои, да. Потом не говорил забавным голосом. Все, ты встал передо мной, я сижу, зажигал. Все, тогда пока-пока, до скорых встреч. Ребят, давайте, всем удачи, пока.